Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение Нежить к Скайриму. В прошлой серии мы попали в довольно большую долину, потерянную. Вот. Не нашли вот этот курган. Сейчас я вам хочу напомнить, у нас квест победить Антиоха, то бишь некроманта, который это все затеял. Вот товарищи тут у нас лежат, которые нам совсем не товарищи. Так, ну. Ого. Силён. Так, ну, раз уж мы тут, Японо-мать, это что, единственный путь, что ли? Как я отсюда выбираться буду? Хотя я про это уже забыл, когда прыгнул в этот колодец. Ну ладно. Чего уж там? Хорошо. Допустим. Чё, всё? Пришли? Они. Ещё что-то. Орден этого червя. Интересно. Ну, в принципе, ничего удивительного тут нет. Это некроманты. Ничего удивительного в том, что тут обитает орден черного червя, нет. Или серого червя. Тут это я вовремя зашел. Кто-нибудь есть? Есть, иди сюда. Есть, вот он я. Видишь? Нашла. Нашла. Красавица. Дневник некроманта. Чё, всё? Ладно. Тот факт, что большая часть этого древнего склепа осталась целой, что сохранились останки учеников короля червей. Короля червей, ёбаный врут. Которые жили здесь. Невероятен. Только сегодня нам удалось пробить вход в нижние ярусы. И мы обнаружили там сцены старых вскрытий. Похоже, что все покидали это место в спешке. И с тех пор здесь никого не было. Что же могло заставить их уйти? Мы исследуем подручные материалы, чтобы разбить здесь лагерь на время поисков тайных знаний. Курган Бестриви, полагаю, для нас это великая честь спуститься сюда вместе с самим Антиохом. Для того, чтобы найти магические секреты, утерянные сотни лет назад. Но когда он найдет то, что ищет, будем ли мы нужны? Ну, короче, будет ли нам нужна его... Блять,
ребенка. Короче, суть в чем? Они боятся, что после того, как он найдет все-таки то, что ищет, они будут ему нахер не нужны. Ну, разве что в качестве подручных материалов, наверное. Хорошо, интересно. Товарищи некроманты. Вот еще один. Умер. К сожалению, зомби. Ну ладно, ладно, давайте изучим. Все-таки надо хоть что-то уметь. А, я уже умею? Блин. Вот я лоханулся такой. Так, ну это все прекрасно, но куда дальше идти? Отсюда я пришел. Соответственно, тут я был только что. То есть тут все обследовано уже? Понятно. А нет, не все. Вот тут я не был. Есть путь вниз. Япона мать, а чё это так стрёмно всё? Гробы. Нормально. Обычная подсобка. Чё тут? Ничего особенного. Камера пыток, тоже интересное такое место. Драгоценный череп. Кинжал ловца душ. Послён давайте заберем. Книжица. О подготовке тел. Сука, некроманская херня. Чё, как она? Вызов питомца. Давайте-ка тоже изучим. Пускай будет. Так. Слабая трава. Исцеление болезни подойдет. Соль. Тоже подойдет. Так, это все, да? Паршиво. Ну ладно. По крайней мере, исключили одну из дверей. Блин, атмосферно. Пока что вообще. Так, здесь что?
Так, тут продолжение пещер, да? Там пещера и тут пещера. Давайте сюда пойдем. Ну, для начала, да? Городовой. Да, тут есть где осмотреться, я вам так скажу. Что ж, на этом, пожалуй, закончим сегодняшнюю серию. Продолжим дальше в следующей. Всем спасибо, всем пока, до новых видео, с вами был Марс, увидимся.